Сияющая на солнце всеми цветами радуги «Кристалл-арена» выросла за 2,5 года. Современный спорткомплекс занял место недостроенного здания крайкома КПСС. Эхо советского периода смели с карты Красноярска за считанные месяцы. Осенью 2018-го новый объект зимней универсиады был официально открыт. «Кристалл-арена» введена в эксплуатацию в августе прошлого года. Ее площадь превышает 42 тысячи квадратных метров. Внутри две ледовые площадки, размер каждой 1800 квадратов. Вместимость «Кристалл-арены» — 3,5 тысячи человек. У этого комплекса несколько ключевых отличий от своих универсиадских сестер. Первое и главное – две полноценные ледовые арены. Уже сейчас здесь проводят и матчи, и тренировки хоккейной команды города. В «Кристалле» все уже буквально живет спортом. Здесь, вы знаете, чувствуется сама атмосфера такая спортивная и хоккейная. Здесь идешь сюда с удовольствием, с радостью на работу, на тренировку. И девчонки здесь занимаются с удовольствием. Есть здесь и тренажерный зал, и даже зал борьбы. Он для воспитанников спортивной школы Саитиева. Помимо них, до начала зимних студенческих игр занимаются и начинающие фигуристы. А это зал хореографии. Не удивляйтесь, и такой есть в ледовой арене. Здесь по несколько часов в день юные фигуристы отрабатывают художественные номера. Помимо зимних видов, после универсиады здесь будут играть в волейбол, баскетбол и даже проводить турниры по спортивным танцам. Хоккейные площадки устроены так, что из ледовых легко трансформируются в паркетные. Еще одна гордость «Кристалл-арены» – раздевалки для команд. Их здесь 12 на каждую, заявленные на игры. Причем помещения адаптированы и для людей с ограниченными возможностями. То есть колясочники могут заниматься на ледовой арене. Наши борта трансформируются, площадка убирается, и колясочник может выкатываться благополучно на ледовое поле. США, Чехия, Словакия. Иностранные спортсмены уже проверили качество льда на тестовых соревнованиях в октябре прошлого года. Уровнем подготовки «Кристалл-арены» остались довольны и делегаты из ФИСУ. Комплекс соответствует международным стандартам и готов к универсиаде. Ориентировочно 20 февраля мы закрываем объект уже на операционный период. Соответственно, будет развернута вся временная инфраструктура, перенастройка, переоборудование некоторых вещей, то есть перемещение мебели в том числе. Вот, поэтому со 2 марта мы готовы будем принять уже гостей. В «Кристалл-арене» пройдет серия игр универсиады по хоккею с шайбой среди мужчин. Биться на льду будут 12 команд со всего мира. А уже с середины марта «Кристалл-арена» начнет работать в прежнем режиме. Здесь вновь будут тренироваться воспитанники школ. Со временем составят расписание и для посещения комплекса красноярцами. Покататься на коньках здесь точно будет возможно. Анастасия Тили и Андрей Крупнов. Енисей новости.